Ирина Яковенко – активная и энергичная мама троих детей. И это при том, что после аварии женщина давно передвигается на коляске. Но активности и желанию бывать в самых разных местах это не мешает. Правда, далеко не каждое место, в том числе театр, приспособлено под визиты маломобильных. Теперь Ирина сможет вместе с детьми, младшей 3 года, бывать в сказке. Мы пришли в театр, в который очень давно хотелось с ними начать ходить. Кукольный театр. Мне хочется, чтобы они развивались и учились смотреть театр. Прямо на входе люди с ограниченными возможностями могут воспользоваться кнопками вызова администратора, который и встретит, и поможет добраться до лифта. Мы и сами рады, что наш зритель, неважно, ограниченные возможности или же неограниченные, то, что он к нам приходит, так как мы хотим, чтобы наше новое здание было комфортно для любого зрителя. Мы идем к тому, что наконец-то и в нашем городе начали уже уделять этому внимание. Правильно сделали, что и пандус, он достаточно пологий, но это уже, знаете, это элементарные вещи, чтобы просто подняться в здание. Слава Богу, есть доступная туалетная комната. К слову, таких помещений нет в большинстве торговых центров. Есть они и далеко не в каждом театре. Но в новой сказке учли все пожелания. Так что любую театральную постановку здесь теперь может посмотреть каждый. Независимо от возраста и мобильности. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.